Друзья, это у нас сорт кубанская комета, алыча, сформирована кустом. От самой земли у нас идут крупные ветки, на которых цветковые почки в большом количестве, и она дает хороший урожай. Сейчас я ее обрежу. Нам важно осветлить центр кроны, поэтому вырезаем все ветки, которые растут в центр. Убираем старые ветки, которые тоже смотрят у нас внутрь и наружу. Слабые старые ветки, они не нужны. Укорачиваем сильные жировики приблизительно на 50%. Обрезаем двойники и тройники на боковую ветвь. Ну вот, друзья, обрезали мы дерево. Теперь будет хороший урожай.